сегодня я хочу показать вам, что лежит в моей сумке. Пробую я снять это видео уже, наверное, раз пять, и все никак не выходит. Надеюсь, что этот раз будет удачным. Итак, сумка моя выглядит таким образом. Это не какая-то брендовая сумка, у нее вообще нет никакого названия, но мне она безумно нравится, она отлично подходит к моему осеннему пальто. Она вместительная, но в то же время как бы небольшая. Ей, в ней есть небольшой недостаток, когда я в нее напихаю слишком много, а я всегда, не знаю, забиваю ее до предела, то она иногда раскрывается сама по себе, надо ее так туго закрывать, то есть сводить две ее части. В общем, не в этом суть. Давайте заглянем в саму сумку. Раскрывается она таким образом, то есть довольно-таки удобно, как такой прямоугольник образуется. И сверху у меня сейчас лежит косметичка. В косметичке, наверное, что лежит, я покажу немного позже. Хотя нет, давайте покажу вам сейчас. Так, косметичка у меня не изменилась с прошлого видео, просто такая черная. И содержание косметички здесь очень-очень много помад. У меня есть такая особенность, я бы сказала, особенность. Я набираю помады, то есть, допустим, выхожу, иду куда-то, наношу помаду и беру ее с собой. И таким образом у меня всегда в косметичке образуется просто какой-то склад помад и склад блесков и бальзамов для губ. Например, сейчас у меня их, получается, две помады от Maybelline, три бальзама для губ, Nivea, Carmex розовый и обычный Carmex. И там где-то на дне еще кроется блеск от Gauche. То есть это все не сразу было туда так собрано и положено, а периодически каждый день там, допустим, докладываю, и потом иногда я перепроверяю и что-то убираю. Также я ношу в косметичке такой небольшой пробник крема от Kiehl's. Он у меня попался в одной коробочке Elbox и хорошо увлажняет вообще руки. Это крем для увлажнения всего тела, но он такой маленький, удобный. Так, также лежит у меня здесь травала, такое красивенькое, розовенькое, мне очень нравится. И в нем у меня духи Viva La Juicy и Juicy Couture. Также идет пластырь. Кстати, не знаю, как вы, но я постоянно использую пластырь только вот такого размера. И поэтому покупаю обычно, если набор, то именно вот такой. Я не представляю, иногда там идут какие-то кружочки, там тоненькие, маленькие. Я не знаю, мне они никогда не нужны, они всегда у меня остаются, если купить набор. Также я ношу с собой матирующие салфетки, убирающие лишний блеск, зеркальце. Зеркальце, кстати, шло в такой комплекте вместе с этой косметичкой. Также я ношу с собой резиночки, чтобы, если что, убрать волосы. Здесь маленькая ручка, невидимки всякие там разные, палочки ватные, ватные палочки, таблетки от головной боли и вообще от боли. Ну и тут в маленьком кармашке хранятся разные женские штучки. Так, это было содержание косметички. Дальше идет кошелек. Кошелек у меня гигантский. Тоже показывала вам, когда его купила. Это была моя любовь с первого взгляда. Он очень вместительный. И до того, как вообще... До того, как я купила чехольчик себе такой, защищающий мой iPhone от каких-то повреждений, я носила иногда его здесь. То есть он отлично сюда влазит, входит и защищен от того, чтобы быть поцарапанным. Ну и сам кошелек тоже очень-очень вместительный, много отделений для карточек и для всего прочего. И про сам телефон, он появился у меня сравнительно недавно. И я никогда бы не подумала, что я так подсяду на Инстаграму. Для тех, кто не знает, Инстаграма — это программа такая, куда ты можешь фотографировать и выставлять свои фотографии, чтобы другие смотрели. То есть я постоянно что-то фотографирую, мне всегда хочется что-то, чем-то поделиться. И я знаю, что у многих тоже девчонок есть Инстаграма. Если у вас есть, то обязательно присоединяйтесь ко мне. Мой ник Эстонианна, в принципе. Следующее, что идет, это такой небольшой блокнотик с кошечками, тоже в него влюбилась с первого взгляда, но не скажу, что он очень практичный, я мало что сюда заношу, мало что здесь пишу, не очень хорошо организованы сами странички, и к тому же он еще и на испанском, то есть следующий блокнот будет у меня точно более практичный.
И лежит у меня тоже такой отдельно для карточек органайзер, который я, к сожалению, постоянно забываю то в одной, то в другой сумке, и когда мне нужна какая-либо карточка, у меня его не оказывается под рукой. Так что надо мне как-то более организованно его перекладывать из одной сумки в другую. Идут потом салфетки мокрые, которые уже высохли, и обычные салфетки. Также стараюсь всегда бросить в сумочку антисептический гель для рук, ну, убить какие-то бактерии, если хочу где-то покушать вне дома. Так, посмотрим, что у меня здесь осталось. Это расческа. Ну, с моими длинными волосами, которые я чаще всего ношу распущенными, это просто необходимость. Эта расческа мне чем-то напоминает грабли, и эти грабли отлично расчесывают мои волосы. И последнее, что здесь лежит, это еще одна ручка. Цент, вывалившийся, видимо, как-то из моего кошелька. Потом силиконовые эти шарики, которые удерживают влагу. В маленьком отделении, в маленьком подзамочке у меня лежит мой талисман. Такой тигрик. Тигр. Очень страшный тигр. И вот здесь у сумки сзади есть еще одно отделение. И здесь у меня валяется какая-то... Что-то валяется очень интересное. Невидимка и резинка. Все. Вот сумка у меня пустая теперь, если я это вытащу. Вот так и живем. Ну вот, это в принципе все, что лежит в моей сумке. Как вы видите, я умудряюсь запихать в любую сумку очень много вещей. Конечно же, как я сказала, я постоянно, очень часто, не постоянно, но часто меняю сумки в зависимости от того, как я одета. Так, сейчас надо уместить. Так. И мобильник я обычно все-таки убираю внутрь сумки. Иногда я его кладу в это отделение, но все-таки опасно его там носить. И вот, сумка полная. Все, девчонки, я буду очень рада, если вам было интересно это видео. Обязательно оставляйте свои видео-ответы, если вы ведете свой канал и у вас есть такое видео. Или также напишите мне, пожалуйста, что вы носите в своей сумке. Возможно, вы мне посоветуете что-то добавить или что-то убрать. Всем большое вам спасибо. Всем большое спасибо за внимание и всем пока, скоро увидимся. Привет, девчон! В общем, сумка моя самооткрывающаяся. Из одной сумки в другую. Это видео будет называться «Из одной сумки в другую». Тихо. Также стараюсь не забыть перекладывать из одной сумки. Так, всегда тоже стараюсь не забыть переложить из одной сумки в другую санитайзер для рук. Кстати, доместос. Что, все ужасно? Подальше, да. Не различных, а одинаковых пластырев. Пластырей или пластырев, интересно, как пластыря. 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 Расческу обязательно несу с собой. Ну, ты говори по-человечески. Ну, я не могу, я говорю по-человечески. Тихо. Также в сумке у меня лежит расческа. Эта расческа очень удобна тем, что у нее широкие зубчики, и она отлично расчесывает длинные волосы, то есть... Для коротких не подойдет. Также в сумке... Конечно же, в сумке я всегда пытаюсь найти...